jetzt. Kann ja. Nie, to kładbyście. Zachronione bywsze Mahasidhi, tibetskie praktykujące wielkie, i także сюда приносят сейчас приносят трупы для того, чтобы сжечь. Разрубить. И скормить птицам. Это место огорожено, так чтобы собаки не доедали кости, чтобы эти кости доставались только птицам. Также сюда приносят, многие приносят волосы, оставляют здесь волосы свои, и многие ногти, одежду. Для того, чтобы получить связь с этим местом, для того, чтобы получить связь со стороны Даки. Считается очень сильным местом, местом силы. Также здесь проводят практику, люди лежат, представляя, что они уже умерли. И совсем рядом с этим местом находится Кайлаш.